Луковица гладиолуса крупноцветкового Old Spice, Old Spice, знаменита своей необычной расцветкой, придающей цветнику пикантности и загадочности. Крупные гофрированные цветки сиренево-фиолетовые, с оранжевыми мазками на кончиках лепестков. Оттенки приглушенные, словно покрытые дымкой. Высота стебля гладиолуса Old Spice 90 см. На цветоносе раскрывается до 17 цветков одновременно. Цветение длится несколько недель, с июля по конец августа. Сорт предназначен не только для размещения в саду, но годится и для составления букета. Гладиолус крупноцветковый Old Spice – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус крупноцветковый Old Spice можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает гладиолус крупноцветковый Old Spice в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 8-12 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что гладиолус крупноцветковый Old Spice – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.